нами еще один шикарный мужчина. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Погромче чуть-чуть, Борис. Меня зовут Борис. Вы откуда? Я из Челябинска. Екатеринбургский филиал. Какой уровень у вас? У меня уровень директор. Директор, супер. А вот на конференцию вы приехали, это была цель, прям вот желание? Просто работали, выполняли все условия, да, так оно и получилось. Потому что если выполнять все условия, все призы и успехи, они прилагаются. Понравилась конференция? Что вы для себя взяли ценное из конференции? Конференция, она мотивирует, потому что столько много успешных людей. Первый раз я не ездил, поразила Красная Море. Погромче. Большое впечатление оказало Красное Море с этими рыбками, с кораллами. Много красивых, молодых, энергичных людей. Я заметил, что мужчин тоже стало очень много. Очень много, да. Это радует. Раньше, вот, когда я зарегистрировался, редкость была 1-2. Мероприятие. А кем вы работали до Oriflame? Или сейчас, может быть, продолжаете совмещать? Сейчас продолжаю совмещать. Я работаю на железной дороге. Ой. Электромеханик. А почему вы в Oriflame? Почему в Oriflame? Ну, в Oriflame пришла первая моя супруга. Она является и моим спонсором. Она искала постоянно лучшие там доли для себя. Она вот хотела путешествовать, она хотела независимости. С Oriflame это возможно, да? С Oriflame это возможно. Я не стал сначала как было. Я не стал сопротивляться, потом я стал ей помогать. Потом втянулся, да? Ну, я узнал все эти тонкости, поближе познакомился. Ну и понятно, что это бизнес. Это не женский, как говорят. Честно, не женский? То есть вы помадки не продаете, Борис? Почему? Бизнес, он есть бизнес. И могут заниматься и женщины, и мужчины. Просто почему-то считать, что это женский бизнес, потому что связано с косметикой там. А здесь же косметика — это просто средство. Не важно, что продавать. Важно это делать. Делать это правильно, делать. Очень тихо, погромче. Погромче. Громче, нет. Немножко продумал. Да, на мероприятии, да, сорвал голос. Нет, да, и хлопал. Да. Даже руки хлопали, вытряснули. Кричали. Дамазывали. Ну, на самом деле, это не так было, конечно. А коралл поцарапался. Ну, ничего страшного, к сожалению, это свадьба. Ну, что вам еще сказать? Может быть, на какие, желание какие, такое? Какие желания? Да. Сейчас вот побыли на этой конференции. Ну, там получилось полноценные 2 дня. Ну, я думаю, что это сделано специально, чтобы вкусили. Подразнили, да? Да, хорошую жизнь, чтобы было к чему стремиться. Ну, следующая конференция будет у нас в Анталии. Золото планируете? Планирую. Молодец. Буду стремиться. Увидимся, значит, в Анталии. Возможно. Спасибо огромное. До успехов.